Глава Калмыкии Бату Хасиков и президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие, направленное на развитие и популяризацию спортивной борьбы в Калмыкии, в том числе на реализацию программы «Борьба в школы». Теперь юные жители республики смогут заниматься этим видом спорта на уроках физической культуры, подчеркнул Бату Хасиков. И добавил, что доволен теми результатами, которые показывают сегодня атлеты республики. Так, воспитанник Академии борьбы имени Балдашина Арслан Джевлеев выиграл серебро на первенстве России по вольной борьбе среди юношей, которое проходило в Элисте. Молодой спортсмен обеспечил себе место в сборной России. Горжусь и Мингьяном Семеновым, который недавно выиграл стартовый этап Лиги Поддубного в новом турнире Федерации спортивной борьбы. Так держать Уралан, добавил глава Калмыкии. Он поблагодарил Михаила Мамиашвили за вклад в развитие спортивной борьбы в нашей республике.